Всем привет, друзья! Доброго времени суток! С вами опять Петрович и канал Fun with a Gun. И сегодняшнее видео у меня будет посвящено картечи и дробовому оружию, конкретно вот этому дробовику. Должен начать с того, что мне вообще в принципе нравится снимать видео про дробовое оружие гладкоствольное. И причиной этому является то, что, как вы понимаете, основная аудитория, которая смотрит мой канал, это, безусловно, люди, которые проживают либо в России, либо в Украине, либо в странах бывшего СССР, у которых не у всех есть возможность купить нарезное оружие, и ни у кого нет возможности купить короткоствол. Поэтому мне интересно показывать короткоствол, но я знаю, что для многих это, ну, никто не сможет потрогать, никто не сможет попробовать. В случае же гладкоствольного оружия ситуация другая, и у многих из тех, кто смотрит, есть доступ к дробовикам. Если нет у самого, то есть у друзей, знакомых, и можно это все посмотреть и попробовать. Поэтому это одно из моих любимых видео про дробовики. Так вот, о чем сегодня хотел поговорить. Дело в том, что я тут относительно недавно, ну там пару, может, месяцев назад, наткнулся на парочку интересных видео на YouTube, англоязычных видео, снятых такими блогерами, как Lucky Gunner и мною очень уважаемым человеком по имени Пол Харрелл. Они снимают ролики про оружие. Если вы по-английски разбираетесь, то, пожалуйста, подпишитесь. Интересные очень. Особенно Пол Харрелл, вообще просто мужик замечательный. Так вот, они недавно сняли такое видео, ну, по очереди, один, потом другой, про то, что называется Ninth Pellet Flyer. Это можно перевести как «девятая дробина улетает куда-то непонятно куда». И разговор идет о картечи. Дело в том, что, как правило, картечные патроны 12-го калибра, ну, я говорю о патронах с картечью 2.0. Так вот, как правило, они выпускаются двух видов. Некоторые, как видите здесь, имеют внутри снаряд сам, состоящий из 9 картечин. Или по-английски они называются pellets. Вот это 9. Вот это 9 тоже, как видите, здесь вот. 9 pellets. Так, вот это тоже 9. Я тут разных притащил. Вот тоже 9. А также выпускаются еще и вот такие. 8. 8 картечек. И вот ребята эти, они сняли видео про интересный феномен, который они заметили. А именно, что если стрелять картечью и патронами, в которых снаряжено 8 картечин, то они летят кучно. Если же перейти на картечные патроны, в которых 9 этих картечин, то очень часто бывает вот как раз то, что они назвали Ninth Pellet Flyer, или что 8 картечин летит хорошо, кучно, а 9 зачастую отрывается. Ну, по-русски это отрыв называется у стрелков, которая вдруг неожиданно почему-то в стороне оказывается. И вот они рассуждали на эту тему и все остальное. И мне стало очень-очень интересно, потому что, ну, я никогда этого не слышал до этого, не замечал сам, хотя я картечник, безусловно, немного стреляю. И мне захотелось это проверить. Во-первых, действительно ли это так? А во-вторых, насколько она далеко, насколько часто она улетает, это 9-я дробина, 9-я картечина. Ну и дальше вот посмотреть. Что они говорили? Я не свои слова говорю, я чужие. Что причиной этому может являться то, как картечины уложены в гильзе. В данном случае я разрезал здесь картечину, то есть патрон, в котором 8 картечин. И вы видите, они как ровненько здесь по 2. 2 так, 2 этак и так дальше. 4 слоя. В случае же с 9 картечинами, вон как получается, и я, ребята, 4 штуки из этого патрона уже вытащил. То есть 4 лежали сверху, тоже по 2. Но вот в третьем ряду, обратите внимание, вот эта лишняя картечина, которая в данный момент находится справа, самая верхняя, она как бы лишняя получается. И вот то, что Пол говорил и Lucky Gunner говорили, что якобы вот из-за того, что она так уложена криво, то она, как правило, и улетает непонятно куда. Ну вот я предлагаю это дело проверить.
то есть съездить сейчас на стрельбище. И, ну да, почему это важно? Дело в том, что, ну, естественно, все рассматривают дробовик как самый простой, самый надежный вариант защиты дома. И, естественно, если вы стреляете в закрытом помещении, возможно, у вас есть ваши близкие там где-то рядом, и вы не хотите, чтобы девятая картечина улетела туда, куда вы не хотите. То есть, чтобы нужно, чтобы все попало в супостата, правильно? Никто не хочет девятой картечиной угодить куда-то туда, куда не надо. Вот, поэтому как бы это важно, действительно ли это так, и может быть из этого будет следовать вывод, что для самообороны дома, может быть, нельзя использовать патроны с 9 картечными, может быть, только 8, ну, патроны с 8 картечными подходят. Так что давайте это проверим. И для того, чтобы быть полностью в плане самообороны, снимать видео, я взял как раз вот такой самооборонный дробовик. Это Maverick 88, но это дешевая версия Mossberg 500. И, как видите, она разряжена. Здесь нету никакого чока. То есть, просто ствол-цилиндр. Ничего здесь такого. Ну вот, давайте съездим на стрельбище и поглядим, правда это про девятую картечину или нам наврали. Ну что, ребят, давайте пробовать. Надо сказать, что вообще сейчас из-за всех этих вещей, которые творятся, то картечь у нас в магазине не достанешь. Началось это еще, когда началась эта вся болезнь, начали люди скупать оружие, начали скупать патроны, ну и сейчас в связи с этими беспорядками, естественно, народ покупает самое дешевое для защиты, то есть это дробовики, и, соответственно, патроны самые распространенные для защиты, это картечь. Поэтому картечи нету нигде, я честно, ребята, вам скажу, я объездил в выходные как 5 магазинов, ну все, в окрестностях примерно 50 миль. Только в одном я нашел патроны с 8 картечными, это вот эти. Я вот купил их, это были буквально последние. А вот это из моих старых запасов с 9 картечными в патроны. Ну давайте с 8 начнем. Мишень я поставил на расстояние, ну, примерно 15 метров. Потому что я прикидываю, если мы рассматриваем самооборону в доме, то я думаю, что у меня дом не очень большой, не как у Саши Рубер USA. У меня, наверное, самое большое расстояние, где я смог бы стрелять у себя, наверное, метров, ну, я не знаю, 15-17. Ну, вот примерно так я и поставил. Давайте. Ну вот смотрите, что у меня получилось. Раз, не знаю, видно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А восьмой я не вижу нигде. Куда она делась? Не знаю. А, ну хорошо, давайте еще разок. А то сейчас у меня получается 8 улетел. А, сейчас я заклею эти скотчем и попробуем еще разок. Я буду пониже целиться. Так, ну это вроде получше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, вроде все. И довольно-таки кучно. То есть я ладошкой закрываю. Давайте 9. И давайте я возьму, не знаю, вот какие-то здесь. Это Federal Law Enforcement. Это типа для полиции. Ух ты, это вообще крутые, смотрите, как легли, кучненько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ах, просто классно, даже вон. Ничего себе. Ну, то есть пока, я не знаю, ребята, что-то мне кажется, что это какой-то прогон у ребят насчет девятой дробины. Ну, сейчас еще раз, давайте другими патронами. Хорошо, берем патроны Remington. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И, ну, вот это те,
а это вот эти. И вы знаете, я бы не сказал, что девятая куда-то из них прям далеко улетела. Вот это, ну, не то чтобы. В общем, разлетели все равно сильно. Давай сейчас заклею, еще раз попробуем другим патроном. Погнали! Третий, который у меня есть, это винчестер. Тоже 9 картечин. Ну вот какой получился. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Трудно сказать, но я бы сказал, что это вот запросто улетевшая картечина. Она далеко здесь. Ну, даже 2, я бы сказал, потому что основной, как рисунок, здесь 7. И здесь 2 в стороне. Давайте еще этим же самым патроном. Сейчас я мишень сменю. Еще раз. Винчестер. 9 картечин. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, что сказать? Ну, какое-то, я не знаю. Как вот это сказать? Что здесь улетело? Черт его знает. Я бы сказал, что просто эти патроны погано летят. И никакого, как никакой кучи они не собирают. Вот и весь ответ. Давайте сейчас я вот это заклею и бахну еще раз вот этими первыми, которые для полиции. Просто убедиться, что они действительно летят очень кучно. Вон, смотрите опять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девятый. Я думаю, что вместе с пыжом контейнером. Но опять, смотрите. То есть... Вот этот от прошлых патронов, да, то, что мы получили, осыпь, и вот эта осыпь. Ну что ж, друзья, что я могу сказать? Не хочу обижать метров, но у меня складывается впечатление, что основная разница при выборе патронов для самообороны не в том состоит, сколько там картечин, 8 или 9, а именно какие это патроны. То есть вы видели, что... Патрон с 8 картечными полетел, более-менее. Патрон с 9 картечными, но то, что называется law enforcement, то есть для полиции, летит кучно и стабильно. Очень хорошо. То есть его я однозначно бы рекомендовал. Это federal law enforcement. Следующий патрон у нас был 9 картечин Remington. Более-менее, я бы сказал, похуже, чем тот патрон, где 8 картечин был. Но примерно так же. И последний был винчестер, 9 картечин. Этот летит, судя по всему, бог на душу куда положит. Непонятно совершенно. То туда, то сюда, везде. Ну вот такие у меня сегодня выводы. А на этом у меня сегодня все. Всем счастливо, всем пока.